Ну, и будем уже завершать наш осмотр. Вот у нас еще есть такой, как плющ, еще видный. Но у него почему-то нету ни одной иголочки. Я не знаю, куда все иголки подевались. У него вместо иголочек одни дырочки. Такое ощущение, что кто-то иголки поспиливал. Гладкий, как блин. Вот такие вот интересные бывают кактусы, кактусообразные. Кому понравились, поставьте лайк. А я буду с вами прощаться. Это был Алексей. Ой, птицы полетели. Я их называю псевдокурицы. Летают тут, летают. Такие интересные. И не курица, и не аист. Что-то между, баланс какой-то балансирует. Ну что ж, до скорой встречи. Всего вам наилучшего. Будьте счастливы. Мира, добра, любви. Пока-пока.